Да ну! Здорово, народ, и мы продолжаем исследовать ужасы детского сада. Как вы помните, в прошлой серии мы спаслись от птички, зашли в эту комнату, ну и, в принципе, на этом и остановились. Я вижу записочку, которую мы можем посмотреть. Это даже не записочка, это билет на самолет. И вот здесь я увидел такую кнопочку, которая, скорее всего, активирует... Которая что-то явно активирует, только что, вот это уже, так сказать, вопрос. Вопрос хороший. Кнопку, скорее всего, здесь активирует. Так, мы нажали на кнопку, теперь можем нажать на вот эту вот панель. Эта панель дает нам... Ой-ой-ой-ой-ой, лифт. Секретные проходы в детском саду. А... Можно я туда как-то? Пожалуйста. Или нужно время? Там не видно ничего. Давай по новой. Мне, наверное, надо... А, нет, ничего не надо делать. Все, приехал лифт. Открылись дверки. Вот эти вот невидимые стены. Можем ехать вниз. Ехала, господа. Пока мы спускаемся в полную темноту, ничего не ясно. Я напомню то, что... Ладно, ничего не буду напоминать. Кто-то... Да ну! И мы упали. Он нас свалил. Так вот, я хотел напомнить о том, что у меня есть телеграм-канал, дискорд-сервер. Там вы можете увидеть оповещения, когда выходят видосики, поболтать со мной. И, видимо, нам надо идти сюда. Кто знал, что на этом все закончится, вот так вот, печально, жалко. Дальше в Банбан 2, Банбан 2 у нас платный. Если дадите фидбэк, то что вам нужен этот Банбан на канале, то, ясное дело, продолжение будет. Но вот так вот, трехминутный ролик или сколько он там получится, увы и ах. Давайте, увидимся.